Если на этот раз кто-то рассчитывал на нормальную Пасху, то третья волна пандемии лишила его этих надежд. В этом году можно было забыть о семейном отдыхе в компании с десяткой более человек. За пасхальным столом могло сидеть максимум 5 гостей. Как и во время Рождества, члены семьи не входили в лимит. На Пасху двери церквей оставались открытыми для верующих. С 27 марта вступили в силу новые правила, определяющие количество людей, которые могут оставаться в церкви. Новый лимит – 1 человек на 20 квадратных метров, а между участниками литургии должно было быть расстояние не менее 1,5 метра. Во многих приходах было увеличено количество мест, а освящение корзин в Великую Субботу проходило под открытым небом. На Пасху ограничений на передвижение не было. Правительство решило не предпринимать этого шага, хоть количество больных держалось около 30 тысяч человек в сутки. Превышение лимита людей за пасхальным столом было чревато штрафом от 5 до 30 тысяч злотых. Также были изменения в работе магазинов во время праздничного периода. Некоторые торговые сети продлили часы работы. Бедронка и Лидл в последние дни работали круглосуточно. С другой стороны, в пасхальную субботу магазины были открыты до 14:00. А что насчет пасхального воскресенья? В этот день действовало правило ограничения торговли по воскресеньям и в праздничные дни.